Любимое место Алексея в любом магазине – это прилавок с мясными изделиями. Так, котлетки. О, по-киевски. Здравствуйте, будьте добры, 4 штучки. Если готовые котлеты – частые гости вашего холодильника, то помните, что в охлажденном виде продукт хранится максимум 12 часов. Срок хранения замороженных котлет – 3-4 месяца. Приехали к самому главному, к самому нужному. Котлетки. Начнем с этого. Без ГМО. Это уже хорошо. Все котлеты делятся на категории. В продукте категории А содержится более 80% мяса. В котлетах категории Б – от 80 до 60. Еще меньше мяса в изделиях категории В – около 40%. Котлеты категории Г лучше вообще не брать. В них всего 30% мяса.